увидеть, а им поговорить. И двое сошлись, и на страх, а на совесть колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашим чисто, второй возражал, не дожил. Один говорил, мол, машинист, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Второй говорил, задаваться не надо, как сядем, не так сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога, нам много, нам много лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем, мы можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд поедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей.